первые произведения были на любовную тему. То есть это были песни любви, искусство любви, поэмы. И также лекарства от любви, средства от любви, как избавиться. То есть это были такие остроумные, легкие произведения. Однако постепенно Овидий переходит к крупным жанрам. И вот очень всем известно его произведение «Метаморфозы». И вот это произведение на протяжении веков оно было энциклопедией античной мифологии. Да, вот его использовали и художники, и скульпторы, и писатели как источник для своих произведений. Однако вот Овидий, его творчество не ограничивается вот этим. На пике своей популярности, то есть, когда у него был очень большой круг знакомств, Овидия неожиданно высылают из Рима. Высылают его на границу Римской империи. Вот по-нашему это Сибирь. Да? То есть это была античная Сибирь. Его высылают на берег Черного моря. Ну, для нас это юг. А в представлении Овидия это был ужасный приговор, причем он не вернулся в Рим, он прожил годы изгнания, 10 лет он прожил в этой местности. Для него это была дикая местность. Конечно же, это не роскошный Рим. И он считал для себя это опала, да, ссылка на чужбине. И еще по пути, вот к месту ссылки, Овидий пишет первую книгу своих скорбных элегий. Дело в том, что часть пути Овидий провел на корабле. Ему тогда было 52 года. Ну, то есть это уже был человек, у которого, конечно, были и болезни, возможно, да. И вот его корабль попал в шторм. И это была страшная буря морская. И Овидий с трудом вообще пережил вот это тяжелое испытание. И вот первая книга его скорбных элегий как раз описывает вот этот шторм, скорбь. Далее, когда уже Овидий приехал на Черноморский берег, в город Томи, это территория нынешней Румынии, и там он пишет остальные части печальных элегий, и также письма с Понта. И вот этот берег Черноморский, да, он описывает не так, как мы его себе сейчас представляем. Он описывает его мифологически. То есть представление античного римлянина, Черное море, вот это крайний север. Представляете, это царство льда, царство снега, где вечный холод царит. Да? И вот он описывает пейзажи, как будто находится на далеком севере. То есть это лед покрывает Дунай, то есть он впервые видит лед. Этот лед ему напоминает мозаичный пол в богатых виллах. Также он впервые видит корабли, которые застыли в море, и это напоминает ему скульптуры. То есть Овидию было очень трудно, да, вот эта ссылка удалась. И он жил в деревянном доме. Ему было холодно, там было темно, и он постоянно болел. У него постоянно болел бок. И однажды он так уже завалился, что написал эпитафию самому себе. То есть он уже не надеялся поправиться. То есть он уже не надеялся на выздоровление. Однако вот когда пришла весна, да, когда стало потеплее, настроение Овидия изменилось, и он постепенно начинает интересоваться этим краем, начинает интересоваться людьми, которые там живут, знакомиться. Это был греческий город, и он знакомится с этими людьми, с моряками, разговаривает. И его очень впечатлили рыбы, которые жили в Черном море. Да? И он даже посвятил целую поэму рыбам Черного моря. Вот. И вскоре жители этого города, они поняли, что в их среде находится
выдающийся человек и римлянин, который попал в опалу, да. И они даже освободили его от налогов, то есть он пользовался большим почетом. Но, тем не менее, тоска по Риму все равно была очень велика. Овидий был популярен как в античности, также он был популярен и в новое время. У нас Овидий очень любил Пушкина. И Пушкин знал Овидия еще в юности, в лицейские годы. Однако по-настоящему он его полюбил и понял его только когда сам стал изгнанником, когда сам попал в ссылку. И вот образ этого римского изгнанника был для Пушкина примером мудрости, примером терпимости, самосовершенствования. И вот этот образ Овидия, он присутствует в лирике Пушкина, и в том числе даже в поэме «Цыганы», да, вот этот образ римского изгнанника есть. И Пушкина с Овидием сближало многое, не только его судьба трагическая, да, но также и его творческое дарование, благожелательность, жизнерадостность, человечность. То есть вот, и также высокая культура его мыслей, чувств. Благодарю вас за внимание.